важных международных премьер выставки – поэма «Факел Фаиза», написанная российским поэтом Владимиром Лесовым. Она посвящена пакистанскому поэту-классику Фаизу Ахмад Фаизу. Здесь же можно было увидеть и необычный гид в картинках – «Оттенки Пакистана». Это на самом деле уникальная книга. Она была выпущена на двух языках – на русском и на английском. Это такой гид-путеводитель для людей, которые хотели бы посетить Пакистан. Даже если вы посмотрите вот на эту обложку, здесь вы можете увидеть 5 разных фотографий. Они представляют разные эпохи. Даже взглянув на одну обложку, вы сможете понять, насколько разнообразно культурное наследие Пакистана. Посольство принимает участие в этой выставке уже в третий раз. В этом году мы расширили размеры нашей экспозиции. Мы заказали новые книги из Пакистана. И мы очень рады, что за время выставки наш павильон посетит несколько тысяч людей. Они смогут поближе познакомиться с культурой, литературой, а также природой Пакистана. Минская международная выставка-ярмарка – площадка.